Друзья, я снова в этом месте. Меня все не устают люди спрашивать, даже несмотря на то, что я выставляю и сайт, и место показываю. И это на улице Транспортная. Рядом находится заправка Лукойл. Тут поворот вроде на Фабрициуса. А вот она сама улица Транспортная. И вот столько много этих всяких разных камней тут. Еще заправка Газа. И дальше вверх там тоже идет улица Транспортная. Камни, ценник от 650, вон это самая низкая была цена, а вон там есть 450 за штуку, 500, вот это мой камешек, почти вернее, только он тонкий, и вот он мой камень, стоит 1350, он толстый, беру толстый, потому что он, я считаю, подойдет для земли, для пола вернее. А если бы это было покрытие стен, то я бы остановился на каком-нибудь тонком материале. Ну, вот таком, например, плитнике. Он до сантиметра полтора, наверное, два. Или вот таких вариантов. Цены видите сами. До 2-3 тысяч примерно за квадрат. Больше пока что не видел дороже. Есть еще вот такая плитка. Одна плитка 4500. Там есть квадратные полторы, 3800 длинная и какие-то уголки 2800 полки. Там дальше лежит красивый туф, если к нему подойдем. По-моему, он по 380 рублей за штуку. Камни разные, песчаники и эти самые. Всякого рода шпаты. Кто минералогию изучал, примерно понимает, что они такой слюдистой, слоистой структуры. Могут расслоиться, расколоться легко, если уложить как-то неправильно в ямке или на камешек. Вот такие дела. Так что, надеюсь, подробно вам всем объяснил. Сайт сейчас покажу, написан. Можете приезжать на Фабрициуса, звонить, писать и уточнять. График работы с 8 до 6. askamen.ru. У вас контакты есть на сайте? Да. Все, контакты есть на сайте. Все вопросы.